Разрешение на эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария IGB выдано. Административные преграды были преодолены. Уже с 1 октября азербайджанский газ потечет в Грецию, а затем в Болгарию. Произойдет запуск в болгарском городе София. Участие в открытии примут лидеры двух государств. Общая протяженность трубопровода составляет 182 километра. Из них 150 пролегает через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 миллиардов кубометров. Азербайджанский газ может предоставить порядка 30% поставок, и как раз интерконнектор будет для этого очень полезен. И что необходимо помнить, то что существует план, да, Азербайджана увеличить экспорт газа с 10 миллиардов кубометров до где-нибудь 17-20. Вот. Насколько они будут реализуемы, это, скажем, увидим. Напомним, что IGB соединит газовую систему Болгарии с южным газовым коридором и позволит транспортировать газ из Азербайджана в юго-восточную Европу.